Информационная поддержка программы осуществляется Камеди Радио 92 FM. Есть масса способов проснуться с утра. Кто-то делает активные физические упражнения, кто-то употребляет огромное количество цитрусовых. Но кому-то достаточно просто доброго слова. Если ваши любимые еще спят, это доброе слово скажет вам программа «Автопилот». Доброе утро! Мы вас приветствуем. Спасибо большое, что это утро. Начинайте вместе с нами. Здесь Юлия Астахова. Сергей Гришнов. И знаете, я уверен, что есть сезонные способы пробуждения. Так. Но вспомните лето. Начинается зной, солнце поступает. В вашу комнату уже слишком теплое, и вы от этой жары просыпаетесь. Весна, птиц прилетели, поют, и ты романтичный, от этого щебета встаешь. Осень, под капельки дождя, который барабанит по твоему подоконнику. Тебе не хочется вставать, но надо. Да. Зимой это просто квест. Это просто полоса препятствий. Нужно выбраться из одеяла. Нужно выпутаться из оков одеяла, попробовать встать на холодный пол, добежать скорее до первой теплой вещи, нарядиться целиком и полностью и встречать это утро. Вот мы, друзья, на страже вашего комфортного пробуждения, как-то очень долго уже говорю, на страже вашего комфортного пробуждения. Долго, зато от души. И давайте знаем, что будет сегодня в программе. Смотрите в первом часе утреннего шоу «Автопилот». Какой комплекс упражнений с бодибаром поможет создать красивое рельефное тело? Как, по мнению саратовцев, сделать город чище? И почему принт «Гусиная лапка» покорил женские сердца? И это только в первом часе. Во втором еще больше всего интересного. Самое главное, будьте рядышком с нами. Рядом с телеканалом «Саратов-24» программа «Автопилот» сегодня обещает быть интересной. Много всего, и все это для вас. Поэтому делайте погромче. Смотрите сначала выпуск новостей, а потом продолжение программы «Автопилот». И главное, помните, мы в прямом эфире, а значит, готовы с вами поболтать. Доброе утро, друзья! Вас приветствует программа «Автопилот». Мы будем сегодня делать все для того, чтобы вы просыпались активнее. Сегодня пятница, сегодня нам придется всем потратить очень много сил, и чтобы вот они откуда-то появились, надо, чтобы утро прошло на 5 с плюсом. Ну и пускай вас вдохновляет, что уже 3 февраля, еще чуть-чуть, каких-то 25 дней всего лишь, и все, и наступит настоящая календарная весна, а за ней природная тоже последует. А там что? Там, естественно, пляжный сезон. Мини, я имею в виду юбки, парни в шортах, в футболках и во всем таком. А тут уж надо быть готовыми. Вот если вам психологи рекомендуют жить сегодняшним днем, а мы завтрашним, чтобы оптимизм нас всех не покидал. Друзья, ну в общем, надеемся, что мы вас настраиваем на нужный лад. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира постоянно появляется на экране. СМС-портал аналогично. Группа ВКонтакте загружена и работает специально для вас. Ну и, конечно же, Юлия Астахова. Сергей Гришнов. А мы будем вместе с вами делать прямо сейчас зарядку. Потому что мы на страже вашей фигурки. Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите рубрику «Двигайся», и с вами я, ее ведущая, Дана Рига. Сегодня я вам хочу показать комплекс упражнений на ягодичные мышцы, мышцы ног, в котором также будет задействованный верхний плечевой пояс. Но основной акцент это у нас на ягодичные мышцы. Использовать я буду бодибар, так как я нахожусь в спортзале. Вы же можете взять любые подручные средства. Может, это может быть швабра, это могут быть бутылочки, это может быть черенок от лопаты. В общем, все, что вы найдете дома, подходящее к данному комплексу упражнений. И начнем мы с базового упражнения, это приседания. Я ставлю бодибар на плечи, если у вас это бутылочки, вы просто поднимаете руки вверх или держите их внизу, с утяжелением. И начинаем медленно приседать до тех пор, пока ноги не будут параллельно, бедра не будут параллельно полу. Вверх не до конца выпрямляемся. Создаем такие амортизирующие движения. Вверх, сразу вниз. Вверх. Вниз, вверх, вниз. В конце делаем амплитудное амортизирующее движение по 3-4 раза. Заканчиваем упражнение, отдыхаем минуту, делаем 3 подхода. Переходим к следующему упражнению, в котором тоже у нас будет 3 подхода, между которыми 1 минута отдыха. Это также классическое базовое упражнение, называется выпады. Ставим ноги максимально далеко друг от друга, приседаем. Слегка, чуть касаясь коленкой пола задней ноги. А передняя нога у нас не выходит за носок, за этим следим. Это очень важно для нашей правильной техники.
Делаем 15 повторений. В конце амортизируем 3-4 раза. И меняем ноги. На каждую ногу по 15 раз, минута отдых, 3 подхода. И последнее упражнение, завершающее, это римская тяга. Как она выполняется? Берем наши утяжелители в руки, слегка сгибаем ноги в коленях, максимально низко, до тех пор, пока у нас поясница может оставаться прогнутой, наклоняемся вниз. Поднимаемся в исходное и снова вниз. Делаем 15 повторений. Максимально вы должны отклонить ягодичные назад в момент, когда вы наклоняетесь вниз, тем самым растягивая поверхность мышц. 15 повторений, минута отдых, и наш комплекс закончен. А я с вами прощаюсь, и помните, что в здоровом теле здоровый дух. До свидания! Это была Дана Рига, которая на минуточку заставляла вас делать зарядку. Если вы отказывали ей в удовольствии, в общем-то, делать эту самую зарядку, вы расстроили Дану Ригу, она будет плакать все выходные. Я не согласна. Что значит, она заставляла? Она смотивировала. Посмотрите, какая она стройная. Глядя на нее, думаешь, да чего же я сижу? Да уберите же в сторону все предметы, и я начну качать свои мышцы. Разбегайся. В общем, друзья, спорт – это здоровье. Мы – программа «Автопилот за здоровый образ жизни», поэтому, ну, хотя бы зарядку давайте делать вместе. Это точно. Ну, а сейчас поговорим о новостях насущных, о тех, о которых будут как раз-таки в ближайшее время судачить абсолютно везде. В прессе, около подъездов, в интернетах. Но мы первые. Но мы начнем делать это первыми. Саратские студенты приняли участие в турнире «Экзамен» по от городского молодежного центра. Мероприятие прошло в областной универсальной библиотеке. Главная его цель в нестандартной форме проявить у молодежи интерес к изучению истории родного города. Турнир состоял из нескольких этапов, ну а победителем стала сборная Саратской государственной юридической академии. Все участники были отмечены грамотами, а вот первая тройка победителей получила ценные призы. Но призы ли главное в этом во всем? Согласна, наверное, нет. Все-таки почет и уважение превыше всего. Наше поздравление победителям. Друзья, как вы относитесь к этой новости? Считаете ли вы, что мы со временем начинаем скучать по различным экзаменам, будучи даже студентами различных академий? Ну, возможно, там в школе мы недостаточно наздавались и всего остального, и сейчас как это обычно бывает? Подзабудешь, думаешь, да вот бы еще бы, потом попадаешь опять в эту среду, понимаешь, что нервы, это атмосфера, и думаешь, да и хорошо, что я уже отучился, правда? Ну, а сейчас о гороскопе, вот учимся каждый день, Мария Белат. Как день правильно планировать? Когда Зигмунд Фрейд впервые обнародовал свои теории о бессознательном, они были приняты всеми как революционные. Кроме астрологов, конечно же. Представители моей профессии веками изучали влияние скрытого «я» на внешнее «я». Просто называли свои учения иначе. Здравствуйте, с вами астропсихолог Мария Белат. И каждое утро я стараюсь не утаить от вас ни единой детали, которая помогла бы вам провести этот день плодотворно и благополучно. Итак, сегодня перемены будут касаться области партнерства. От неопределенности и неуверенности пора смело переходить к активным действиям. А какие методы для этого использовать, вам подскажет только собственное воображение. Ну а теперь о том, что же приготовили звезды для наших знаков зодиака. Овен. Лучшие варианты для отдыха в выходные – это общение с вашими близкими. Телец. Время сделать небольшой перерыв и посвятить день себе. Близнецы. Отпуск вам в ближайшее время не светит, поэтому сейчас все мысли направьте только на работу. Рак. Смело планируйте поездки и путешествия, сейчас удачный момент. Лев. Экстремальный спорт будет отличным выбором для того, чтобы сбросить накопившийся стресс и сменить привычную обстановку. Дева. Не стесняйтесь спросить совета у коллег, он поможет вам справиться со сложной задачей. Весы. Многочисленные встречи с родственниками пройдут без последствий. Скорпион. Вам поступят интересные предложения по работе. Рассматривайте каждое очень внимательно. Стрелец. Сейчас лучше всего сосредоточиться на работе. Не отвлекайтесь на домашние хлопоты. Козерог. В достижении ваших целей активную поддержку вам окажут старые знакомые. Водолей. Завершение рабочей недели лучше всего провести в уютной тишине. Рыбы. Только упорство и трудолюбие приведут вас к нужным результатам. Если у вас есть ко мне вопросы относительно теории Фрейда или собственной жизни, присылайте их на мою электронную почту, указав время, дату и место вашего рождения, и мы обязательно найдем на них ответ.
Итак, друзья, гороскоп мы разобрались. Следует разобраться и с телефонным голосованием. Да, в час на экране вы видите вопрос. Вы сортируете мусор. Друзья, или вам требуем ответ. Удается утилизировать его самостоятельно. Вдруг вы... Голосование только запущено пока, соответственно, оба варианта, да и нет, набрали 0%, а точнее еще не набрали, а изначально его имеют, поэтому смело присоединяйтесь, берите свой телефон, звонок абсолютно бесплатный, мы на звонках не зарабатываем. Ну а к чему мы запустили такое самое голосование, мы расскажем немного позднее, вы пока можете присоединиться, если вы вдруг сортируете мусор, и у вас есть специальные контейнеры, которые, ну там, ведро разделено на 4 секции. Для пластика, для бумаги. Да, то ваш телефон 8 800 100 24 05. Не уверен, что мы вообще сегодня хоть один голос наберем в этом пункте. Но давайте. Слушай, так, ну в наших смотри, реалиях... Слушай, уже меняет ситуация. Ну, нет, 100%, да, я как-то и говорил. Но, возможно, мы... Давайте перефразируем немножко, не будем так идеализировать сортировку мусора, как на 4 сектора. Ну и не будем за постоянно это брать, хотя бы иногда, может быть, сортировали. Хотя бы иногда, и вы собираете пластиковую тару в отдельный контейнер, который стоит около мусорных баков, и макулатуру стараетесь сдавать в пункт приема макулатуры. Тогда вы уже все, вы супер-пупер. Тогда можете звонить на... И вот вас вариант, уже 33%. Да. Ну что, движемся дальше, есть интересные новости, собираемся ими с вами делиться. Друзья, олимпийский чемпион по прыжкам в воду из Саратова Илья Захаров, всем нам известный, выиграл Кубок России в Смоленске, выступая в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе со своим постоянным напарником Евгением Кузнецовым из Ставрополя. Захаров набрал 450,18 балла. Это на 63,75 балла больше, чем у серебряных призеров Вячеслава и Евгения Новоселовых из Екатеринбурга. Впереди у Ильи личные прыжки с трехметрового трамплина. Мы желаем ему успеха. И, в общем-то, ну, можно сказать, даже уверены, что результат будет положительным. А дворец водных видов спорта так и не построен. Еще не вечер, тем более, что на нашей земле есть такие именитые люди. Есть ради кого стремиться. Друзья, ну а сейчас спешим как раз-таки с вами поделиться информацией относительно гостей нашей программы, тех людей, с которыми сегодня будет связан главный информационный повод, и с теми людьми, которым вам непременно нужно задавать свои вопросы, писать смс-сообщения, а может быть даже и дозваниваться к нам в прямой эфир. Дело в том, что этот год, 2017 год, который наступил, объявлен годом экологии в России. Вы наверняка слышали эту информацию. Этот год призван обратить внимание власти и населения на проблемы экологической обстановки в нашей стране и отдельно взятых регионах. О том, как в Саратове борются с проблемой утилизации мусора, мы поговорим с главным инженером ЗАО «Управление отходами» Станиславом Феликсовичем Ковальским. Он появится у нас в студии в самое ближайшее время. Мне кажется, что да и Сергею тоже, мы уже обсуждали это за эфиром, что тема довольно актуальная, серьезная и очень многогранная. На самом деле, год экологии, я думаю, что будет одним из самых продуктивных тематических годов, которые Надеемся. Только были, потому что с кино, культурой и с прочими тарнатой. Ну уж как-то не очень складывалось у нас. Ну, а с экологией как бы каждый может внести свой вклад. Здесь не обязательно быть режиссером. Ну, не да, обязательно... Или любить, или не любить кино. Да, то или иное творчество в принципе. А здесь достаточно просто взять и сделать что-нибудь для города. Но и для этого мы у нас в ВКонтакте запускаем тематический опрос. Как вы помогаете нашему городу стать чище? Ну и вообще, что вы делаете, чтобы ему помочь, освободить его немножко? Вариант номер один. Сортирую бытовые отходы. Вариант номер два. Не мусорю в общественных местах. И вариант номер три. Регулярно принимаю участие в экологических акциях. Я думаю, тут будет написано «регулярно принимаю ванну», чтобы не ходить грязным по улицам. Выхожу с соседями на субботник. Продолжайте. Или хожу с друзьями в баню и друзей помою, чтобы тоже грязными не шлялись. Предпоследний пункт. Ничего не делаю, мне все нравится. И последний свой вариант в комментариях. Голосуйте за тот пункт, который вам нравится больше всего. И да пребудет с вами сила экологии. Ну и помните о том, что мы выходим в прямом эфире. Это значит, что вы еще и можете принять участие в голосовании с помощью своего телефона. Если контакт вам тяжело туда зайти, то отвечайте на вопрос, который появляется на экране. Сортируете ли вы мусор? Там есть только два варианта, да и нет. Выбирайте любой, который нравится больше всего вам. Ну и привет, поздравления мы также ждем в нашей группе телеканал «Саратов 24». Сейчас передаем привет нашему стилисту Алине Ковалевой. Она расскажет вам про очень модный в этом сезоне узор «Гусиная лапка», как его применять, где его использовать, варить ли суп из гусиных лапок или лучше надеть их на себя, узнаем у Алины. Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева. Сегодня расскажу вам о традиционном принте «Гусиная лапка».
Я продолжаю следить за межсезонными коллекциями, в которых наметилось уже немало трендов. Один из них – гусиная лапка и ее ближайшие родственники на пиджаках всевозможных размеров и пальто, напоминающих пиджаки. Тартан и клетка – ближайшие родственники лапки. Как их интерпретируют современные дизайнеры, можно увидеть в коллекциях Prefall. Орнамент «гусиная лапка» или «зуб собаки», как его называют, существует со времен Римской империи и традиционно имеет черно-белую окраску. Но за свое многовековое существование он не только стал популярен во всех неожиданных сочетаниях цветов, но и приобрел огромное количество форм и интерпретаций. Шерстяные ткани в гусиную лапку – гордость Шотландии – только в 19 веке стали популярными благодаря шотландским политикам и дипломатам. У них моду перенял принц Уэльский, а позже стали достоянием всех британцев. И хотя для многих пиджак в гусиную лапку непременно ассоциируется с британским дедушкой, в коллекциях Prefall 2017 года этот предмет гардероба отлично выглядит на молодых девушках. Если вам не терпится обновить гардероб и быть впереди планеты всей, советую уже сейчас обратить внимание на пиджаки и пальто в гусиную лапку. Не бойтесь сочетать их с худи, водолазкой, длинными платьями или брюками с идентичным орнаментом. Так что советую вам делать правильные вложения в свой гардероб и инвестировать в беспроигрышные принты и классику. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока! Доброе утро, друзья! Вас приветствует программа «Автопилот». Почему она вас приветствует? Да потому что раннее утро, на часах 7.33. А в Москве 6.33. Ну, это важный вопрос. Всегда нужно подчеркивать, что у нас разнится время на целый час с Москвой. Ну, почему мы не должны обращать внимание да на дискомфорт? Да потому что мы же все живем уже по саратовскому времени. Ну да ладно. Друзья, по саратовскому или по московскому времени этим утром вы просыпаетесь и знаете, что за ваше хорошее настроение. Отвечаем сегодня мы. Юлия Астахова. Сергей Гришнов. Вы нас простите за некоторые помарки. Ну, прямой эфир уже. Утра. Мы распоясались да, совсем. Извините, будем стараться, чтобы все было идеально. Итак, друзья, сегодня свой день рождения. Это мы о событиях и о важных памятных датах, которые мы спешим отметить каждое утро. Сегодня свой день рождения отмечает наш любимый оператор эфира. Оператор эфира телеканала «Саратов-24» Данила Рожков. Он сейчас Данила, поздравляем поднялся от всей из-за души. Своего пульта, распахнул свои объятия. Это значит, что он очень рад. От всей команды «Автопилот» мы поздравляем сердечно этого профессионала, веселого человека, отзывчивого. Пусть он будет здоров, счастлив, всего ему самого наилучшего. Исполнение, конечно же, всех желаний, чтобы вот все было так, как Даня скажет. Да, машину, дачу, ой, всего. Вот это новости. Это звучало как обещание подарить. Ну что же, а далее о событиях, которые сегодня случатся в стране, мире и, конечно же, нашем любимом городе. Да. Сегодня, 3 февраля. В 19.00 в Театре оперы и балета выступит Владимир Спиваков. Для многих это потрясающая новость. Не только Владимир Спиваков, но и его оркестр «Виртуозы Москвы» с программой «От Гайдна до Пьяццоллы». Оркестр «Виртуозы Москвы» отличается от множества других всем. Камерных оркестров. Он всем да, отличается от всего, Спиваков просто. Истинно европейская культура ансамблевого исполнения, внимание к мельчайшим деталям и, конечно же, нюансам. Бережная, неформальная, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу и яркий артистизм. В каждом выступлении виртуозам Москвы удается главное – продемонстрировать высокий профессиональный исполнительский уровень. Ну а еще, конечно же, Спиваков – это всегда очень эмоционально, это всегда очень волнительно. И, ну вот, будьте уверены, что если вы разбираетесь в музыке, которую исполняет Спиваков, если вы вот вообще знаете, кто это такой, то вот ваш уровень, он такой, становится чуть более выше. Ну, короче, сходите уже на этот концерт. Программа будет. «Автопилот» рекомендует. Да, это друзья. Будет очень классно. Ну и еще, в общем, друзья, сегодня в 15 часов в историческом центре Саратова, а именно на улице Волжской у трамвая по имени Семочка Семен, он же состоится литературно-музыкальная акция «Я люблю Россию». А чтобы получить ценный приз, надо записать видеоролик с прочтением стихотворения или отрывка из прозы о своей родине. А деятельностью не более 2 минут и опубликовать его в одной из социальных сетей со специальным хэштегом «Я люблю Россию 2017». Победителями станут авторы видеороликов, которые наберут больше всего лайков. Движение «Любимый город» организует 2 съемочных павильона внутри музейного экспоната, а именно трамвая «Семен», и мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Все желающие могут записать свое видео, прочитать стихотворение или прозаическое сочинение собственного авторства и литературные произведения известных поэтов и писателей мира России. Кроме того, на пешеходной улице будет установлена сценическая площадка, проект «Жизнь».
Живем вслух, где выступят молодые поэты, литераторы и чтецы. Одни проекты, одни точки для съемки. Друзья, готовьте стихотворение, читайте его на всю Россию, не побоюсь этого слова, и будете награждены и лайками, и почетом, и уважением, и, возможно, ценными призами. Ну а далее мы возвращаемся к теме года экологии в России и как собираются в Саратове стоять на страже чистоты нашего города. Мы, в общем-то, отправились на улицы и спросили в нашем специальном вопросе. Да, как сделать Саратов чище? Вопрос серьезный. Давайте внимательно посмотрим. . 2017 год объявлен годом экологии в России. Теперь по всей стране пройдут тематические мероприятия, которые обязаны привлечь внимание власти и населения к проблемам экологии. А в нашем сегодняшнем опросе мы решили поинтересоваться у саратовцев, как сделать наш город чище и красивее. Давайте узнаем. Я сейчас думаю, как делать город чище. Воспитание культуры. Школьное, да, поднятие культуры и, наверное, больше техники в городе, которая будет убирать урны, которые будут стоять, и люди будут знать, что можно бросить. Вот, мне кажется, так. Наверное, ввела бы экологические дисциплины, наверное, с самых младших классов. Потому что экологическое воспитание с детства – это очень много значит, по крайней мере, сегодня. Выделил технику государства, чтобы она помогла. Побольше послал бы урн для мусора, побольше, потому что в некоторых местах вообще их тупо нету. Во-первых, это дело многих городов, это во-первых. Во-вторых, как решают эти вопросы в разных странах? Делают парковочные места, делают какие-то места за пределами центральной части. Ну, мировая, как говорится, культура справляется как-то с этим. Там машин поболее, чем у нас, однако ничего, как-то решается. Просто надо об этом думать, прежде всего. Я даже не знала, что у нас год экологии, честно говоря. Ну, наверное, все-таки это больше вопрос воспитания в семье, чем в школе. Я считаю, должны прививать родители просто с малых лет. 21 век, автомобили, так что этого никак не избежать. Так что прогресс движется вперед, и этого не избежать. Только урны, рекламы за экологию и так далее. Все. И просто людей просить, чтобы они бычки, сигареты там не выкидывали, там фантики не выкидывали на улицу, как говорится, и все. А тут уже людей уже ничего не переубедить, так что бесполезно что-то делать. На мой взгляд, на наш взгляд, наверное, самое главное – это воспитание культуры у людей. Ну и... Не побоюсь этого слова, нравственности. У нас большие с этим проблемы. Безусловно, к мнению горожан стоит прислушаться. Кто знает, может быть, их советы помогут сделать наш город чище. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Будем надеяться, что наш город все-таки станет чище. Но, вы знаете, мне кажется, все-таки нами должна править только одна истина. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому следите хотя бы за собой каждый. И уже хорошо, что вы об этом задумываетесь, предпринимаете какие-то элементарные меры. Просто как-то странно в 21 веке говорить о чистоте окружающей среды. Это же как само собой разумеющееся. Просто ты же чистишь зубы, умываешься. Почему мусор выкидываешь, где попало? Непонятно. Зато, друзья, нам понятно, на какой малыш сегодня будет искать свой дом. Мы говорим о пушистиках и зооспасах. Да, рубрика «Зооспас» уже вступила в свои права. Бойкий и игручий щенок ищет дом. Друзья, ну это просто, это милость. Я не знаю, когда еще продолжать. Мальчику всего полтора месяца, и ему нужен очень внимательный и терпеливый хозяин. Сереж, может, это ты? Может, я обращусь к директору телекомпании, чтобы мы завели его у нас в студии? Очень самостоятельный, между тем, аккуратный. Это заметили волонтеры. В общем, он станет вам верным другом и охранником. Если есть возможность, друзья, и ваше сердце не такое каменное, пожалуйста, позвоните в организацию «Зооспас» или к нам в программу. Мы вас с этим замечательным животным соединим. 60-20-44 – это, кстати, телефон именно волонтеров движения «Зооспас» в Саратове. И вот как, мне кажется, логично в современном обществе думать о том, что бросать мусор, где попало, не принято, так вот и логичнее, мне кажется, если ты решил завести домашних животных,
первую очередь позвоните в приют. Ну или к волонтерам. Просто звоните, говорите, хочу животным обзавестись. Либо проконсультируйте меня, как правильно это сделать. Либо просто посоветуйте кого-нибудь. Может, это сразу и станет вашим. Ну и потом вы можете не брать животное себе, но при этом приехать, привезти что-нибудь вкусненькое. Не только ему, а еще там много есть животных, которые нуждаются в питании. Или позвонить в организацию «Зооспас» и узнать, что им необходимо. Они подскажут. 60-20-44, их телефон, так что не теряйтесь и начните эту пятницу с добрых дел, позвоните им. Еще одним добрым делом станет, если вы своего друга или приятеля поздравите с днем рождения, смс-портал наш открыт, группа ВКонтакте аналогично, ну а Илья Соколов вам расскажет, куда потом этого приятеля отвезти, чтобы отпраздновать день рождения. Детская афиша на очереди. Всем привет! С вами Илья Соколов, и это рубрика «Афиша». Начался февраль, последний месяц зимы. Если вы еще не успели покататься на горках, самое время сделать это в выходные. Родители завидуют вам, когда вы скатываетесь на ледянке с горы? В снежном парке в Корольковом саду взрослые тоже могут покататься, не стесняясь. Там за 150 или за 200 рублей в час можно взять на прокат тюбинг. Это такая большая и мягкая резиновая ватрушка. Для взрослых в парке есть большая снежная гора для тюбинга. Ее длина целых 100 метров. Для нас с вами есть горка поменьше, а для самых маленьких ребят есть отдельная горка, на которой можно кататься не только на ватрушках, но и на санках. За безопасностью следят инструкторы, а после горок можно погреться в теплом помещении и попить горячий чай. Отличной семейной традицией может стать прогулка на лыжах. В парке развлечений на Кумысной поляне можно взять лыжное снаряжение на прокат. Там есть лыжи и лыжные ботинки с 35 по 47 размер. А для малышей есть специальные лыжи, которые крепятся прямо на сапоги. От парка идут несколько троп. Инструкторы рассказывают, какие тропы самые популярные и на каких будет меньше людей. А если нужно, даже дают уроки хождения на лыжах. А еще там есть парковка, а в теплом помещении после прогулки бесплатно угощают горячим чаем. Если вам хочется чего-то более экстремального, чем просто ходить на лыжах и любоваться зимним лесом, отправляйтесь на горнолыжную базу на Вишневой горе. Там есть две трассы, большая для взрослых и маленькая для детей и начинающих. В прокате за 250 рублей в час можно взять горные лыжи или сноуборд, а для маленьких – ватрушки или санки. Если вы собираетесь кататься на сноуборде первый раз в жизни, можно нанять инструктора, который вас научит. Один час занятий стоит для детей 400 рублей. На горе работает подъемник, а трассы не очень крутые и хорошо освещаются вечером. Так что это отличное место для того, чтобы начать заниматься зимним спортом. Не сидите дома в выходные и зовите своих родителей. Отправляйтесь кататься на горках. Вот такие веселые приключения понравятся всей семье и запомнятся вам надолго. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели и говорю вам пока-пока, до новых встреч. Это утро обещает быть добрым, тем более, если ваш телевизор настроен на 21-ю кнопку. В любом кабельном операторе телеканал «Саратов-24» настроен именно на этой самой кнопочке вашего пульта. Друзья, утреннее шоу «Автопилот» призвано вас разбудить, и вместе с нами призывает вас будить и горький кофе. Кстати, сертификаты в эту кофейню разыграем уже в следующем часе. Да, сертификат не на одну чашечку кофе, а на две, да, чувствую. Поэтому охотьтесь за ними, готовьте телефон, он вам пригодится. Ну и, конечно же, готовое настроение и хорошую реакцию. Все это поможет вам выиграть подарки от программы «Автопилот» и от кофейни «Горький». Друзья, там все очень просто, прям вот предельно понятно, так что вы даже не парьтесь сильно и серьезно на этот счет. Все у вас будет хорошо. Ну а сейчас самое время заглянуть в Инстаграм. Раньше эта рубрика у нас выходила где-то в конце программы, да? А мы поняли, что судороги... Раньше начинаются. Раньше просыпаются, поэтому перенесли ее чуточку пораньше. Итак, Инстаграм, чему он сегодня посвящен? Конечно же, парку и липке. Прекрасно. Конечно.
конечно, место для прогулки, романтичные лавочки. Каждый из нас хотя бы раз в жизни, но прогуливался по этому замечательному парку. Вот я вот, к слову о романтике, прекрасные, красивые люди, саратовцы, да, это там стоит. Ну, я не буду сейчас территориально обрисовывать, а ты смотри по сторонам, они вот, только под вот ноги. Эти кадры, вот эти кадры прям one love, когда вот это... Это Саратов прям вот наша. Волгоплечи рекой. А вот, малышу большой привет. Если вдруг родители сейчас смотрят, то и им тоже. Да и песик тоже большой привет. Парк Липки, на самом деле, удивительное место, потому что, помимо того, что его называют садом, в нем можно по-настоящему провести время, как в парке. Да более того, он становился раньше буферной зоной между проспектом Кирова, например, Некрасова, для того, чтобы пройти не по проезжей части. Каждый выбирал альтернативу по парку. Да, потому что тени деревьев пройти. Сбоку пройти или же вот по парку, и все выбирают лучше по парку прогуляться. Но мы надеемся, что теперь с появлением пешеходной зоны, а именно улицы Волжской, тут вот ситуация ничуть не изменится, и в этом саду вы будете появляться ничуть не реже, тем более, что там живут белочки, павлинчик, кажется, там живет, фазанчик. Ну и так далее. В общем, вот. Далее городская зарисовка. Просим вас также продолжать смотреть на экран. Будет интересно. И посмотрите. Придумать самим подпись к этому самому фото. Фото из сообщества Саратов онлайн было подписано следующим образом. Один день из жизни средневекового города. Ну, глядя на эти кадры, к сожалению, можно отметить данный факт. Ну, хочется видеть наш город более красивым, чистым, без вот таких дорог неприглядных. Хочется, чтобы все было хорошо. Видишь, что захотели. Ну, год экологии. Возможно, все изменится. Вода сосется, мы не будем не мусорить, сделаем дороги. Не исключено. Кстати, году экологии посвящено наше телефонное голосование. Сортируете ли вы бытовой мусор? Если да, ваш номер 8800 100 ровно 2405, и вас уже 44%. Вот слушай, вот неожиданно. Все-таки есть люди, которые делают это? Может, мы недооцениваем, может быть, нам и не нужен год экологии? Ну, мы изначально с Сергеем поспорили, да, и решили, что сегодня выиграет вариант «нет». Да, он пока лидирует, но вариант «да» набрал не намного меньше процентов, и мы этому безумно удивлены. Уверены, что вы тоже. Прям в ползвонка. Сейчас я наберу. Только один гудок, не более этого. Присоединяйтесь к нашему голосованию и на страничке ВКонтакте. Там голосование связано с тем, как именно вы следите за экологией, что вы делаете для того, чтобы в нашем любимом родном городе было чище, чтобы там было симпатичнее и там было хорошо. И на страничке ВКонтакте пока безоговорочно лидирует пункт «Не мусорю в общественных местах». 81%. Я всегда знала, что телезрители телеканала «Саратов-24» самый культурный. Вот, собираю бытовые отходы 9% и 9% регулярно принимаю участие в ванной. В экологической акции. Не знаю, я буду перебирать это название. Многие поверят. А вот скажите, вы не мусорите в общественных местах, а в не очень общественных местах вы позволяете себе мусорить? Например, выезжаете в лес на машине. Или пустырь какой-нибудь мимо проезжаете, и из окна автомобиля можете что-то выбросить. Признавайтесь. Да, рассказывайте нам обо всем на страничке ВКонтакте или хотя бы соберитесь мыслями, когда будете смотреть... Два психоаналитика, Сергей Грешнов и Юлия Тахова сегодня готовы выслушать вас, друзья, и дать ценный совет. Выслушаем. И Анастасию Куклеву, она представит сейчас рубрику «Афиша». Отличного морозного настроения всем зрителям телеканала «Саратов-24» желаю я, Анастасия Куклева. На горизонте уже показались выходные, а у нас в эфире по этому случаю новый выпуск программы «Афиша». Список мероприятий уже составлен и оглашенное будет незамедлительно. Поэтому скорее прибавляйте громкость своих телевизоров и внимательно слушайте. Мы начинаем. А вы знаете, когда впервые зародилось понятие «мода»? В чем разница между модой и стилем? Кто был законодателем мод в разные эпохи? Что носили в Саратове? Где покупали или шили модные вещи? Какое отношение к платью имеют слоновьи уши? Как конский хвост стал идеальным украшением прически? Что такое бутоньерка и какой костюм нам подарили англичане? Окунуться в мир модного Саратова вы сможете уже 2 февраля, если присоединитесь к путешествию «Прогулки по четвергам». Это уникальная возможность познакомиться с Саратовым, узнать его с необычной стороны. Прогулки ориентированы на все возрастные категории. Стоимость экскурсии 80 рублей в человека. Дети до 7 лет бесплатно. Правда, необходимо предварительно записаться по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах. Скорее записывайтесь и приходите путешествовать по миру модного Саратова. Организаторы обещают, будет интересно.
У вас дома живут сибирские хаски, аляскинские маламуты или самоедские собаки? Тогда в эти выходные 4 и 5 февраля рекомендую вам посетить ежегодные соревнования по зимним видам ездового спорта. Одной тропой зимний спринт 2017. Пройдут они на территории Кумысной поляны. В соревнованиях примут участие команды из Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Московской областей. В программу входит несколько видов соревнований. Скиджоринг с одной и двумя собаками. И нарты с двумя и четырьмя собаками, соответственно. Для участников предусмотрены различные дистанции в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов. Но если же ездовыми собаками вы пока не обзавелись, ничего страшного. На соревнованиях вам и без них будет чем заняться. Познакомьтесь поближе с ездовым спортом, снаряжением и, конечно же, сфотографируйтесь с красивыми и добрыми собаками. Всех гостей ждет интересное шоу, программа, призы и подарки, а также горячий кофе и сладости. Поэтому не бойтесь замерзнуть, берите детей и приезжайте 4 и 5 февраля на Кумысную поляну. Сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоедские собаки и многое другое ждет вас. Кстати, стартует соревнование вечером, поэтому не забудьте захватить с собой фонарики. Если вам уже надоел однообразный зимний пейзаж и хочется чего-то яркого, то самое время посетить музей. К тому же сейчас в Краеведческом музее новые выставки. Поклонникам красивых фотографий Людмилы Гурченко рекомендую посетить выставку «Аплодисменты». На ней представлены последние фотосессии Людмилы Гурченко, выполненные фотографом Асланом Ахмадовым. Для тех же, кто увлекается историей родного края, интересна будет другая выставка под названием «Бесценные дары свидетелей времен». На ней вы сможете увидеть предметы из фарфора, трактирные самовары, редкий церковный колокол, имские колокольчики, отлитые в Саратове, весы и гири 18 века, а также материалы о последнем саратовском губернаторе Тверском и подлинные дневники научных наблюдений Вавилова. А если заглянете еще на одну выставку «Искусство сохранять историю», то сможете рассмотреть сабли, шашки, мушкетоны, веера, кокошники, иконы, которые получили новую жизнь после реставрации. Поэтому выбирайте выставку по душе, а уж лучше сразу посетите все три и отправляйтесь в музей краеведения на Лермонтова 34 культурно просвещаться. На сегодня это все. Теперь у вас в руках самые яркие события этих выходных, и вы точно знаете, что с ними делать. Но если вы смотрите афишу не сначала или что-то упустили, то пересмотрите этот выпуск на сайте saratov24.tv. Ну а я же на этом с вами прощаюсь. Отдыхайте правильно, отдыхайте со вкусом, ходите на хорошие мероприятия. И помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Друзья, до конца этого часа остается несколько минуточек, буквально полторы. Спешим подвести промежуточные итоги этого часа. Ну, во-первых, молодцы, что 40% нашей аудитории все-таки собирают мусор по разделенным бакам. Да, а почему мы разговариваем сегодня про мусор, друзья? Да потому что 2017 год объявлен годом экологии в России. Этот год призван обратить внимание власти и населения на проблемы экологические. Именно поэтому мы сегодня об этом активно и разговариваем. К нам в гости придет замечательный человек, который к этой проблеме имеет непосредственное отношение. Станислав Федорович Ковальский будет у нас в гостях. Феликсович Ковальский, главный инженер ЗАО управления отходами. Мы с ним как раз-таки поговорим о том, как поживают наши отходы, где они там. Как они вообще утилизируются и как мы, обычные люди, можем помочь чистоте города. Об этом обо всем поговорим. Уверена, что у вас очень много вопросов. Приглашаем вас к обсуждению и в группу ВКонтакте. И номер телефона будет появляться и сейчас, и на протяжении всей программы до 9 часов утра. Далее выпуск новостей. Его представит Станислав Жижин, во всех подробностях расскажет о самых последних событиях, которые случились на территории нашей необъятной Саратовской области. И в частности, его взор сосредоточится на таких проблемах, как борьба жителей села Липовка за столетний колокол местной лютеранской кирхи. Об этом все подробности в выпуске новостей.
Доброе утро, дорогие друзья! Привет, вся Саратовская область! Вы смотрите телеканал «Саратов-24». Это утреннее шоу «Автопилот». Сегодня тема нашей программы «Год экологии в России». 2017 объявлен именно таким. Этот год призван обратить внимание власти и населения на проблемы экологической обстановки в нашей стране и отдельно взятых регионах. О том, как в Саратове борются с проблемой утилизации мусора, мы поговорим сегодня с главным инженером саратовского филиала ЗАО «Управление отходами» Станиславом Феликсовичем Ковальским. Доброе утро, рады вас видеть в нашей студии. Доброе утро. Нелегкий вопрос мы сегодня решили поднять в рамках нашей программы, но тем не менее, Кто сказал, что пятница будет легкой? Да, надеемся, что вы нам поможете разобраться в этом вопросе. А прежде чем мы приступим к рассказам о том, насколько реализуется программа с отходами мусора в нашей области, хотелось бы задать вам следующий вопрос. А есть такая истина, всем известная, чисто не там, где мусорят, да, а там, где не там, где убирают, а там, где мусорят. В общем-то, как вы считаете, вот к этой истине стоит относиться серьезно? Или в современном мире можно уповать на то, что есть службы, которые за нами всегда уберут, и мы можем таким образом оправдывать свое вот бездействие, проходить мимо мусора, бросать направо и налево отходы жизнедеятельности? Ну, я как житель города Саратова считаю, что как раз все наоборот. Каждый обязан действительно цивилизованно подходить к этому трудному моменту с мусором. Не надо мусорить. И будет чисто. Конечно. Ну, прекрасно. Мы, в принципе, сегодня целый день, целое утро и подтверждаем эту истину. Наши зрители с нами согласны, голосуют в вопросе, что действительно нужно соблюдать чистоту. Как быть с проблемой мусора в нашем городе? Все-таки основная часть загрязнения идет от обычных горожан или все-таки от больших предприятий, которые находятся на нашей территории? Ну, мы занимаемся именно твердыми бытовыми отходами, mm-hmm. поэтому как бы больше обращаем внимание на отходы, которые мы сами производим. Ну, то есть это и есть как раз-таки да. основная часть загрязнения нашей да. территории, как раз теми отходами, которые производит каждый да. из нас. А на каком уровне сейчас находится уровень загрязнения в Саратове? Можем сказать, что мы где-то в зоне риска или мы вполне себе справляемся пока со всем наплывом мусора? Ну, я считаю, что мы где-то посерединечке, ближе к зоне риска. Мы на грани, что называется. Да. Еще чуть-чуть, и все. Хотя бы не совсем плохо. Скажите, а существуют ли какие-то заводы на территории Саратовской области, которые занимаются утилизацией мусора? Ну, вот я считаю, что это было в 2013 году принято очень прозорливое решение руководством области и Министерством природопользования. И именно в лице Радаева Валерия Васильевича мы получили большую поддержку и подписали концессионное соглашение, которое позволило нам реализовать вот эту так называемую систему инфраструктурную по обороту с твердыми бытовыми отходами. И в процессе ее реализации мы построили в левобережной части области два мусороперерабатывающих комплекса. Значит, построили современный экологически безопасный полигон. Второй полигон в Балаково мы реконструировали, тоже с соблюдением всех экологических требований, и построили целую сеть мусороперегрузочных станций. Скажите, вот как вы относитесь к сортировке мусора? Вот сейчас активно это начинают практиковать, многие люди воспринимают это в штыки, кто-то на ура. Как вы считаете, поможет ли это сделать наш город чище? Группы, которые собирают? Ну, если мы говорим о том, что не сортировка, а раздельный сбор, то это действительно положительный момент. Но он не полностью решает всю проблему, скажем так, цивилизованного и экологического подхода к обороту с твердыми бытовыми отходами. Потому что там при раздельном сборе, и вот о чем вы сейчас упомянули, что существуют какие-то активные, значит, гражданские инициативы. Да, гражданские инициативы. Есть фирмы, которые сейчас понаставили вот отдельных контейнеров под сбор макулатуры и пластиковых бутылок. Но это не все. Основную задачу будет решать, конечно, мусоросортировочные комплексы. Потому что там происходит выбор всех долгоразлагаемых фракций. И на захоронение уже идет, так скажем, то, что действительно может в какое-то короткое время перегнить и не будет давать такого большого загрязнения нашей с вами природе.
Станислав Феликсович, давайте мы вот с вами прям по пунктам разберемся. Вот обычный горожанин, он как? Собрал в какой-нибудь мешочек из гипермаркета мусор, который дома у него накопился, пошел, бросил его в бак, и вот, ну, лично в моем представлении, я думаю, что со мной согласна добрая половина наших зрителей, дальше приезжает просто мусор, сборщик, да, который забирает контейнер, увозит его куда-то, вываливает, и все, его совесть абсолютно чиста. Как выглядит ситуация с этими мусороперерабатывающими заводами, ну, либо с комплексами по разделению мусора? То есть, понятно, что человек выбрасывает общий мусор, да, не отсортированный изначально. Что происходит далее? Давайте я вам коротко расскажу технологию, да, по которой работают наши заводы. Значит, вот с того момента, как мы с вами пришли, выбросили в контейнер свой синий или черный мешок с мусором, дальше начинается технологическая цепочка. То есть мусоровывозящая компания забирает этот мусор, привозит к нам на завод. Значит, на входной группе завода есть так называемая система радиационного контроля. То есть там проверяется, есть ли радиоактивные отходы или нет. После этого мусор... А они могут быть на бытовом уровне? Ну, всяко может быть. Кто-то взял, согласен, да. Кто-то взял какой-то там кусочек урана бросил. Несколько градусников разом выкинул. Да, вот. После этого, значит, мусор взвешивается и поступает в зависимости от того характера, который привезли на завод на обработку. Если крупный габарит, то он идет на обработку, площадку обработки крупногабаритных отходов, где он измельчается, выбирается там долго разлагаемые фракции, и дальше идет на захоронение. Если это твердобытовые отходы, или как сейчас они называются, коммунальные, то они поступают на площадку разгрузки, где, значит, фронтальный погрузчик погружает их в так называемый разрыватель пакетов. И все наши пакеты, они разрываются, делается равномерный поток мусора и дальше поступает на сортировку. Значит, в Энгельсе сортировочный комплекс содержит две автоматических оптических машины, которые из всего потока выбивают пластик и макулатуру. Но перед этим мусор проходит еще через барабанный сепаратор. У нас барабанный сепаратор трехфракционный, он сразу же автоматически выбивает из всего потока самую грязь. Это мелкие камушки, земля, пищевые отходы. Основные загрязнения. Так называемый отсев. Основные загрязнения. И на сортировку мусор после вот этих машин уже поступает более-менее чистый. И дальше вручную операторы-сортировщики выбирают в зависимости от своего производственного задания тот, значит, вид вторсырья, который им нужен. То есть это выбираются бутылки, сортируются по цвету, по, значит, принадлежности там поливиниловые, полипропиленовые пластики, да. И бумага то же самое. Выбирается картон, офисная бумага, газеты, журналы, книги и то, что мы можем вернуть уже в хозяйственный оборот и как вторсырье продаем переработчикам. Все нереализуемые фракции и то, что, скажем, уже не годится для вторичного использования, вот это дальше идет на захоронение на сам полигон. Слушайте, я даже не думал о том, что это настолько сложный технологический процесс с барабанами, со всем остальным. Скажите вот кратко, какой объем мусора можно перерабатывать от завода? Значит, плановая, скажем, мощность нашего завода в Энгельсе – это 150 тысяч тонн в год. Балакова – 100 тысяч тонн в год. А насколько безопасно нахождение данного завода на нашей области? Ну, во-первых, при строительстве завода мы прошли все экспертизы. Поэтому, значит, есть еще так называемая санитарно-защитная зона. В пределах санитарно-защитной зоны у нас ежеквартально идет мониторинг экологический. То есть мы проверяем выбросы в воздух, загрязнение воды, почвы. Ну, мы удовлетворяем всем экологическим требованиям. Есть надежда к улучшению. Давайте прямо сейчас прервемся на интересный сюжет, расскажем нашим телезрителям о том, какие акции планируется проводить в этом году. Год посвящен экологии, напомним.
Тонны мусора в почве, залежи бытовых отходов на дне рек, отсутствие зеленых насаждений. С каждым годом состояние окружающей среды становится хуже. Чтобы привлечь внимание жителей к этой серьезной проблеме и улучшить экологическое состояние, 2017 даже объявили годом экологии в России. Первый шаг к улучшению экологической ситуации был сделан еще в 2015 году. Тогда на улицах нашего города появились контейнеры по сбору макулатуры, а вслед за ними и клетки для складирования пластиковой тары. Но, судя по контейнерам, набитым различным мусором, сортировать бытовые отходы за это время научились не все. Однако, надежда на то, что эта привычка у саратовцев приживется, все же есть. На год экологии у специалистов большие планы. Только в Саратовской области запланировано несколько десятков акций и мероприятий по очистке окружающей среды. 6 стартует только в апреле. Всероссийский день посадки леса, марш парков, эколого-просветительская акция «Аллея России», аллея выпускников по посадке саженцев древесно-кустарниковых пород совместно со студентами вузов в зеленых зонах и лесопарка, очистка родников области и акция по озеленению полупустынной климатической зоны Саратовской области в Александрово-Гайском районе. Все лето с мая по август будут проводиться акции по расчистке водоема с символичным названием «Чистое дно водоема» и «Хопру чистые берега». Освобождать дно от старых сетей и прочего мусора будут дайверы-любители. Продолжится в этом году еще один большой проект, ставший уже ежегодным – «Волги. Чистые берега». Длиться он будет с мая по октябрь. Принять участие в этих акциях может каждый житель области. Познакомиться с подробным планом мероприятий можно на сайте регионального правительства. Ну а если вы вдохновились этой идеей и уже сейчас готовы внести свой вклад в улучшение экологической ситуации, то приходите сегодня на улицу Волжская. С 12 до 15 часов дня на новой пешеходной зоне города пройдет экологическая акция «Раздельный сбор мусора». Специалисты Центра гражданских инициатив не только расскажут, зачем нужно сортировать бытовые отходы, но и покажут, как правильно это делать. К сбору вторсырья принимаются макулатура, пластик всех видов, оргтехника, консервные банки, пакеты и упаковки. Принимаемое вторсырье должно быть без остатков пищевых отходов. Те, кто не успеет сегодня, смогут принять участие в акции завтра и в выходные. Продлится она до 6 февраля включительно. Друзья, вы посмотрели сюжет о том, какие акции в ближайшее время будут проходить, приуроченные году экологии в России. Кстати, 2017 именно таким и обозначен, и именно таким годом, в общем-то, и становится. Ну а мы сегодня с нашим экспертом, который в теме загрязнения нашего города разбирается совершенно неплохо, обсуждаем то, как каждый из нас может сделать наш Саратов чище. Вот какие бы 3 совета вы бы дали нашим телезрителям? Что нужно делать для того, чтобы мы жили в чистом, красивом городе? Ну, во-первых, самим не мусорить. Во-вторых, не мешать тому, кто занимается этим вопросом. Ну и третье, участвовать во всех экологических акциях и мероприятиях, которые проводит городская власть, областная власть. А не мешать вы имеете в виду не загрязнять какие-то дополнительные участки, чтобы у них меньше времени на это уходило? Или не бастовать по поводу того, что уберите мусорку от моего дома да подальше? А и то, и то. Просто у людей на самом деле разный характер, разный темперамент, да. И очень сложно, конечно, всех заставить соблюдать чистоту, но все же, мне кажется, власти города тоже могут внести свою лепту, например, добавить определенное количество урн в наш город, чтобы было куда выбрасывать мусор, потому что порой ты можешь идти с бумажкой от шоколадки не 15, не 20, не 30 минут, и вроде бы ты не хочешь мусорить, но эта бумажка уже, в общем-то, тебе в руках надоела. И вот кому-то хватает терпения донести эту бумажку до дома, а кто-то бросает ее там за ближайший забор. Это обидно. А, Станислав Феликсович, и еще скажите, пожалуйста, как вы считаете, как можно привлекать внимание молодого поколения, либо более взрослого поколения к теме экологии? Но ведь год экологии, вот 2017 год пройдет, мы 1 января 2018 проснемся и узнаем, что у нас, например, я не знаю, там, год Юлия Астахова. Кто ее знает. Да. И вот как сделать так, чтобы все-таки этот год прошел максимально продуктивно, для того, чтобы очистить нашу территорию и сознание пробудить? Вы знаете, вот на базе нашего завода в Энгельсе мы уже больше года проводим так называемые экологические воспитательные встречи. То есть у нас приезжают делегации школьников, студентов, преподавателей, где им объясняют, рассказывают о подходе, значит, к нашей мусорной теме,
о том, что нужно делать, о том, как наши заводы работают, как работают мусороперегрузочные станции в районах области. И это, я считаю, достаточно большой весомый вклад именно в экологическое воспитание людей, школьников, потому что это наше будущее. Они будут дальше уже действовать, наверное, более цивилизованно, чем мы. Хотелось бы. Да. Ну, то есть все средства хороши. В школах лекции и популяризирующие программы. Да. Ну, а здесь, понимаете, еще то, что не просто это сухая лекция, а то, что они видят, что действительно работающий завод, это огромный такой механизм, понимаете? Поэтому вот это и эмоциональное восприятие, плюс еще, конечно, лекции, которые им в голову потихонечку. Знания. Ну и потом зрительно, как воздействует эта картинка. Конечно. Огромное количество мусора, которые есть на нашей планете, и как здорово, что с ним кто-то что-то делает, а он не бесхозно не лежит по улице. Спасибо большое, что этим утром вы пришли к нам. Мы надеемся, что 2017 год для экологии станет одним из самых продуктивных, и мы сможем привлечь как можно больше внимания ко всем передрягам и историям, которые случаются с экологией, в частности, нашего родного края. Спасибо вам большое, что этим утром были с нами. Друзья, а у нас в гостях тему экологии мы обсуждали вместе с главным инженером саратовского филиала ЗАО управления отходами Станиславом Феликсовичем Ковальским. Вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Доброе утро! Вы смотрите телеканал «Саратов-24». Программа «Автопилот» выходит в прямом эфире. Друзья, буквально накануне, несколько дней назад, листала модный журнал и наткнулась там на информацию, что чаще всего люди, рабочие люди, позволяют себе опаздывать именно по пятницам. Так ли это? Истина или ложь? Распространяется ли это на Саратовскую область? Узнаем у Сергея Гришнова, потому что в связи с тем, что люди могут позволить себе опоздать, это значит, что и пробок по утрам быть не должно. Правда, Сергей? Что-то мне это напоминает, Юль. Напоминает мне это всю нашу неделю, потому что всю неделю в Саратове пробки всего лишь 3 балла, и либо вы вообще не ходите на работу, ну вот прям поставили точку в этом вопросе, либо вы просто ленитесь и выезжаете гораздо позже. Сегодняшний день, кстати, совершенно не исключение. В Саратове по-прежнему 3 балла, и посмотрим, где нет пробок в этот день, а где есть хотя бы небольшие затруднения. Выезд из Заводского района, проспект Энтузиастов, кольцо стадиона Волга и далее улица Орджоникидзе едут без проблем. Минимальная скорость движения вас будет поджидать всего лишь на двух участках. Там поток будет мчаться... Как мчаться? Ехать со скоростью 25 км в час. В некоторых случаях, кстати, это можно сказать и мчаться. Улица Чернышевского едет без проблем. Снижение скорости заметно только около Кристалла и на пересечении с улицей Радищева. Далее к предмостовой площади пробираться будет со скоростью 25 км в час. На предмостовой площади аналогичная история. Кстати, по дороге на предмостовую выбирайте лучше Чернышевского, потому что на Мичурино уже произошла авария, вполне возможно, что там вы потеряете гораздо больше времени. Итак, если вы из Саратова едете в Энгельс, помните, примерно первые метров 500 в сторону Энгельса будете ехать с низкой скоростью. 20 км в час – это максимум. Зато потом помчитесь без проблем. Выезжаете из Энгельса, знаете, в Энгельсе все спокойно, все желтым и зеленым цветом окрашено. Улица Лесозаводская зеленая и прекрасна, только на пересечении с Трудовой есть небольшой желтый участок. Ну и мост из Энгельса в Саратов едет тоже без проблем. И, кстати, даже предмостовая площадь в сторону Саратова тоже абсолютно свободна. Юбилейный поселок, Волжский район. Здесь незаметно ни одного даже желтого участка дороги. Ну, хотя нет, один есть на подъезде к кольцу строительного рынка. Ну, а дальше все будет отлично, все будет хорошо. На Навашино танкистов на этом перекрестке традиционная пробка. Небольшая, но все-таки есть. И не стоит переживать по этому поводу. Все равно доберетесь до работы вовремя. 3 балла, больше вас нигде неприятности не будут поджидать. Выезд из Ленинского района. Видно, что проспект Строитель едет без проблем, так что мчите по нему, аварии, ремонтных работ, ничего подобного не замечено. А улица Шахурдина едет тоже без проблем, только около студенческого городка, и далее до Соколовой начинается снижение скорости. Поток будет мчаться всего лишь со скоростью примерно 3... Ой, какой 3? 20 км в час. 3, это я фантазирую, это может быть в понедельник, если вы все-таки проснетесь пораньше. Проспект 50 лет октября без проблем до Первой Дачной, на Первой Дачной скорость потока 25 км в час, ну и далее на стрелке скорость движения снижается всего лишь до 3 км в час. Вот эта пробка как раз-таки, мне кажется, и видна
всем 3 баллам, которые показывает нам сервис Яндекса. Центр города совершенно свободен на основных магистралях. Затруднения встречаются лишь на Астраханской, от Зарубина до Кутикова. На Раховой есть проблемы между Московской и Кутикова в том числе. Сложно проехать на Московской от Астраханской до Рахова, но и более никаких проблем не замечено. Ликуйте даже те, кто живут за стадионом «Локомотив» на вашей улице. Перевернут сегодня трамвай с плюшками, и это, знаете ли, метафора. Ничего конкретного, все у вас хорошо, и пробок у вас даже не замечено. Сам понимаю, страшно говорить такие вещи с утра, друзья, не бойтесь, все в порядке. Ну а далее о погоде расскажет Юлия Астахова. Юль, ну наконец, ну давай, до весны 25 дней, пожелай что-нибудь хорошего. Ну, могу сказать, что все-таки есть тенденция к потеплению. Дело в том, что по сравнению со вчерашним днем, сегодня температура становится выше. Это, я думаю, первый признак того, что весна к нам приближается. Днем ожидается минус 10, минус 11 градусов, вечером до минус 13. Синоптики говорят о том, что сегодня дуть ветер будет с севера, и скорость его будет 5 метров в секунду. Согласитесь, ветер такой уже существенный, поэтому в связи с тем, что еще снег на улице, и температура все-таки низкая, позаботьтесь о том, чтобы головной убор обязательно был там, где нужно, на голове. Берегите свое здоровье. И также отмечу еще, что сегодня на небе будет переменная облачность, и солнце, и тучи, весь спектр. Это не может не радовать, потому что солнце поднимает нам настроение. Ну, это знаешь, как в любую пятницу бывает. Ты встречаешься с друзьями, с родными, ты бываешь на работе, зависаешь в клубе до утра, потом приходишь поздно вечером домой. Ты за этот день переживаешь несколько жизней, так и погода должна соответствовать. Напоминаем, что сегодня 3 февраля, что сегодня пятница, веселитесь, что есть сил, и пейте горький кофеек, потому что о нем сейчас и пойдет речь, и мы его как раз-таки разыграем. Дело все в чем, Юль? Дело все в том, что у нас есть вот такие замечательные сертификаты, да, держи, хоть подержи один. Они пропитаны ароматом свежесваренного кофе. Этот сертификат дает вам право получить 2 любых напитка из актуального меню кофейни «Горький» абсолютно бесплатно. Как за него побороться, мы вам расскажем буквально через минутку, даже меньше, через секунды считанные. Достаточно предупредить вас, чтобы взяли вы с собой телефон, и что розыгрыш будет проводиться по смс-сообщениям. Ну, а что нужно будет делать, сейчас расскажем. Да, друзья, вам нужно ответить на очень простой вопрос. И тогда сертификат в сеть кофеин, который, вот мне очень нравится, «Культура кофе Горький». Культура кофе. Конечно. Культурную кофейню станет вашим. Кстати, Горький есть и в Ленинском районе, в районе Третьей дачи, на Чапаева, на Московской. Везде представлены эти кофейни. Вы можете без труда их найти из актуального меню, что-нибудь взять и выбрать. Итак, внимание, вопрос. И вопрос у нас предельно простой этим утром, как, в общем-то, всегда. Что не является методом, которым вы можете приготовить кофе? Ну, то есть не является методом заваривания кофе или варки кофе. Есть несколько вариантов. Это аэроэкспресс. Это, кстати... Аэропресс только. Аэроэкспресс, ой, это, да, более... Аэроэкспресс это от Домодедово на Павеленский обычно. Ты все уже в отпуск улетаешь, что ли? А что? Мне кажется, с теми скоростями кофе приготовить можно. Конечно же, аэропресс. Так. Френчпресс это вариант номер 2. И, друзья, портофильтр. Да. Ну, надеемся, что мы правильно произносим этот термин. И, к сожалению, мы с Сергеем только по старинке можем заваривать кофе. Да, мы за вкусным кофе ходим в кофейню «Горький». Но озадачить вас – это наше любимое дело. Но, поэтому, кстати, если вы отвечайте на вопрос. Будете мчать в ближайшее время на Аэроэкспрессе, знаете, «Горький» только в Саратове представлен. Нужно запастись. Нужно запастись. А что, холодный кофе тоже кофе? Фраппешечка. Ну да. Итак, друзья, это несколько вариантов заваривания. Давайте их еще раз напомним. Это портофильтр, это френчпресс и это аэропресс. Что из этих представленных вам методов заваривания кофе не является методом заваривания кофе? Все очень запутанно, сложно, но как вы хотели. Хороший подарок, сложный вопрос. СМС-портал работает непрерывно. Уже у меня он в руках. Я могу контролировать ситуацию он в режиме реального уже. Времени. Нет, пока еще не вибрирует. Я думаю, что люди гуглят, в помощь призывают соседей, которые еще спят. А это вопрос времени. Аэропресс, френчпресс или портофильтр. О. Что из этого? Друзья, ну а мы будем собирать ваши смс-сообщения, пока вы смотрите кинообзор. Здравствуйте, вы смотрите «Кинообзор». Начался новый 2017 год, и для поклонников кино это значит, что впереди много премьер. Как раз об одной из таких расскажу вам я, Альфия Багапова.
18 января во всех кинотеатрах страны стартует прокат фильма «Три икса. Мировое господство». Это продолжение известной серии боевиков с участием брутального Вина Дизеля. Кстати, в последней картине он же стал и продюсером. На колени! Даю 3 секунды! Раз! Два! 3. Хочешь, чтобы я вернулся? Можно было просто попросить. Первые 3 икса были сняты в 2002 году режиссером Робом Коэном. Последнюю же картину воплотил в жизнь диджей Карузо. Он известен нам режиссерскими работами фильмов «Паранойя», «Деньги на двоих» и «На крючке». Исполнителями главных ролей стали Нина Добрев, известная многим благодаря телесериалу «Дневники вампира», Руби Роуз, неподражаемый Сэмюэль Эль Джексон, ну и, конечно же, неубиваемый Вин Дизель. Кстати, о нем. В предыдущей серии мы не могли его наблюдать, ведь по каким-то причинам актер отказался участвовать в съемках. И это уже не первый случай, когда Вин Дизель отказывается сниматься во втором фильме франшизы, после чего возвращается в франшизу в последующих фильмах. Ранее такое было в серии фильмов «Форсаж». К сожалению, многих телезрителей и поклонников бойцовского клуба в процессе создания фильма из проекта выбыл действующий чемпион UFC и просто эпатажный персонаж Конор Макгрегор. Но на смену ему пришел Майкл Бисппин, поэтому сильно огорчаться не стоит. Нам нужен тот, кто умеет двигаться, как они. Драться, как они. Настоящий патриот. Патриотов больше нет, только бунтари. И тираны. И кто же ты? Сюжет картины прост. Завербованный правительством спортсмен-экстремал Ксандер Кейдж возвращается из самовольного изгнания. Все думали, что он давно мертв, но Ксандер вынужден снова встать на службу, чтобы дать бой злодеям, которые хотят получить контроль над зловещим и смертоносным оружием и ящиком Пандоры. Дальше, сами понимаете, гонки, драки, взрывы и перестрелки – все в лучших традициях жанра. В общем, любители боевиков и поклонники знаменитой серии ни за что не пропустит этот фильм. Он, кстати, входит в список самых ожидаемых премьер 2017 года, поэтому сходить обязательно стоит. А для обсуждения жду вас на странице телеканала в социальных сетях. Смотрите наши кинообзоры на официальном сайте saratov24.tv и в мобильном приложении. Ну а теперь будет гороскоп, после чего подведем итоги конкурса. Когда Зигмунд Фрейд впервые обнародовал свои теории о бессознательном, они были приняты всеми как революционные. Кроме астрологов, конечно же. Представители моей профессии веками изучали влияние скрытого «я» на внешнее «я». Просто называли свои учения иначе. Здравствуйте, с вами астропсихолог Мария Белат. И каждое утро я стараюсь не утаить от вас ни единой детали, которая помогла бы вам провести этот день плодотворно и благополучно. Итак, сегодня перемены будут касаться области партнерства. От неопределенности и неуверенности пора смело переходить к активным действиям. А какие методы для этого использовать, вам подскажет только собственное воображение. Ну а теперь о том, что же приготовили звезды для наших знаков зодиака. Овен. Лучшие варианты для отдыха в выходные – это общение с вашими близкими. Телец. Время сделать небольшой перерыв и посвятить день себе. Близнецы. Отпуск вам в ближайшее время не светит, поэтому сейчас все мысли направьте только на работу. Рак. Смело планируйте поездки и путешествия, сейчас удачный момент. Лев. Экстремальный спорт будет отличным выбором для того, чтобы сбросить накопившийся стресс и сменить привычную обстановку. Дева. Не стесняйтесь спросить совета у коллег, он поможет вам справиться со сложной задачей. Весы. Многочисленные встречи с родственниками пройдут без последствий. Скорпион. Вам поступят интересные предложения по работе, рассматривайте каждое очень внимательно. Стрелец. Сейчас лучше всего сосредоточиться на работе, не отвлекайтесь на домашние хлопоты. Козерог. В достижении ваших целей активную поддержку вам окажут старые знакомые. Водолей. Завершение рабочей недели лучше всего провести в уютной тишине. Рыбы. Только упорство и трудолюбие приведут вас к нужным результатам. Если у вас есть ко мне вопросы относительно теории Фрейда или собственной жизни, присылайте их на мою электронную почту, указав время, дату и место вашего рождения. И мы обязательно найдем на них ответ.
После небольшой рекламной паузы мы возвращаемся сюда, в студию прямого эфира телеканала «Саратов-24», для того, чтобы угадать... Не угадать, вы уже угадали, для того, чтобы наградить тех, кто угадали. А, да, да. Правда изнутри у тебя бежит. Да. Хочется тебе сертификат, да, на две чашечки кофе от кофейни «Горький». Вообще каждый раз ничего давлюсь просто слюночками. Получишь, а потому что кофе получит человек, который правильно ответил на следующий вопрос. Ну, сначала небольшая предыстория. Итак, мы разыгрываем сертификаты в кофейную культуру «Горький кофе». Это сеть кофеин, где готовят потрясающие кофейные напитки, совершенно разные, на ваш вкус. Даже визитки. Да, эти курю, они пахнут. И мы сегодня вас спрашиваем, что не является методом приготовления кофе. Было несколько вариантов ответа. Аэропресс, френчпресс и портофильтр. Итак, нельзя приготовить кофе, используя лишь один портофильтр, потому что это часть эспрессо-кофеварки. Именно в нее закладывают кофе и вставляют потом в кофеварку. Ну, знаете, это если рожковое, то ты туда так раз... Не умничай, оп, не умничай. Все, правильный ответ уже прозвучал, и победитель есть. Последние 4 цифры номера 6985. К сожалению, сообщение не подписано, но в любом случае абонента поздравляем. И после программы в 9 часов, начало 10-го, обязательно вам перезвоним. Вот такие дела. Поздравляем, поздравляем от всей вас. Души. А за вкусным... Поделитесь уже, пожалуйста, начинаю пьянчить. Да, за вкусным кофе отправляется. Отправляться знаете куда? В кофейню «Горький». А вот за сертификатами на бесплатный кофе это к нам в программу «Автопилот». Рады вам друзья, ну и еще вы видите, что на экране сейчас продолжается наше телефонное голосование. Но вот прям секунду назад царила абсолютная демократия, равенство мнений. Ну, в данном случае, кстати, не очень хороших. Мы спрашиваем, сортируете ли вы мусор, как вы к этому относитесь, готовы ли вы его грамотно утилизировать? И да, сказали 44% телезрителей. Нет, соответственно, 56%. До конца часа есть возможность повлиять на ситуацию. Номера телефонов указаны около каждого пункта, который вы хотели бы выбрать. Ну, если телевизионное голосование длится до 9 часов утра, то вот ВКонтакте вы можете принять участие на протяжении всего дня и ответить тоже на очень интересный вопрос. Мы его еще озвучим, когда будем подводить итоги программы. Ну, а сейчас цитата этого дня. И, внимание, она звучит так. Кто бы не выиграл Нобелевскую премию по математике, водитель саратовской маршрутки быстрее разделит на 18. Вот он, саратовский юмор. Да, друзья, это, кстати, сказал Олег Титов, саратовский комик. Кстати, познакомиться с Олегом вы сможете уже совсем скоро на нашем телеканале, потому что будет запущен специальный вечерний проект, где одним из соведущих этого самого проекта станет Олег Титов. А второй Максим Тиханов. Они вместе будут нас с вами веселить по вечерам. Так что бессонные вам ночки. Совсем скоро. Саратов 24 становится все интереснее. Ну, а далее цифра. Да, цифра дня сегодня такая, знаете, большая, огромная, масштабная. 701 тысяча человек по всему миру заходят в социальные сети каждую минуту. Только представьте, ложь, что заглашали. Ложь, каждую секунду. Каждое мгновение глазом не успеешь моргнуть, ты раз ВКонтакте. Я себя по рукам прям бью в последнее время. Многие, да, зависимы от интернета. Не знаем, хорошо это или плохо, не пытаемся в этом разбираться, но, тем не менее, факт остается фактом. Ну и далее ролик сегодняшнего дня. Ой, друзья, это очень опасно. Это опасный преступник, который был найден на чьем-то кафельном полу. Это краб с ножом. Не попадайтесь ему на пути. То ли кто-то вручил ему это холодное оружие. Нет, то ли кто-то вручил ему это холодное оружие, то ли он нашел его сам. Но тем не менее, его походка, его взгляд внушает тревогу. Я считаю, нужно подписать, внимание, его разыскивает полиция. А я очень часто, когда получается купить раков, пускаю их разгуливать свободно по своему дому. Ну, на каком-то участке, на кухне чаще всего. А если они вот так вооружатся или падут, очень страшно. Прячь ножи. Прячь ножи, прячь ножи. Ну, конечно, может быть, крабы, они намного умнее, чем раки. В общем, ладно, оставим эту тему. Мне кажется, это вообще не тема для разговора. Давай посмотрим лучшую рубрику «Афиши», и вам предлагаю тоже ознакомиться с теми мероприятиями, на которые точно надо отправиться. Отличного морозного настроения всем зрителям телеканала «Саратов-24» желаю я, Анастасия Куплева. На горизонте уже показались выходные, а у нас в эфире по этому случаю новый выпуск программы «Афиша». Список мероприятий уже составлен и оглашен мной будет незамедлительно. Поэтому скорее прибавляйте громкость своих телевизоров и внимательно слушайте. Мы начинаем. А
вы знаете, когда впервые зародилось понятие мода? В чем разница между модой и стилем? Кто был законодателем мод в разные эпохи? Что носили в Саратове? Где покупали или шили модные вещи? Какое отношение к платью имеют слоновьи уши? Как конский хвост стал идеальным украшением прически? Что такое бутоньерка и какой костюм нам подарили англичане? Окунуться в мир модного Саратова вы сможете уже 2 февраля, если присоединитесь к путешествию «Прогулки по четвергам». Это уникальная возможность познакомиться с Саратовом, узнать его с необычной стороны. Прогулки ориентированы на все возрастные категории. Стоимость экскурсии 80 рублей в человека. Дети до 7 лет бесплатно. Правда, необходимо предварительно записаться по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах. Скорее записывайтесь и приходите путешествовать по миру модного Саратова. Организаторы обещают, будет интересно. У вас дома живут сибирские хаски, аляскинские маламуты или самоедские собаки? Тогда в эти выходные 4 и 5 февраля рекомендую вам посетить ежегодные соревнования по зимним видам ездового спорта. Одной тропой зимний спринт 2017. Пройдут они на территории Кумысной поляны. В соревнованиях примут участие команды из Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Московской областей. В программу входит несколько видов соревнований. Скиджоринг с 1 и 2 собаками. И нарты с 2 и 4 собаками, соответственно. Для участников предусмотрены различные дистанции в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов. Но если же ездовыми собаками вы пока не обзавелись, ничего страшного. На соревнованиях вам и без них будет чем заняться. Познакомьтесь поближе с ездовым спортом, снаряжением и, конечно же, сфотографируйтесь с красивыми и добрыми собаками. Всех гостей ждет интересное шоу, программа, призы и подарки, а также горячий кофе и сладости. Поэтому не бойтесь замерзнуть, берите детей и приезжайте 4 и 5 февраля на Кумысную поляну. Сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоедские собаки и многое другое ждет вас. Кстати, стартует соревнование вечером, поэтому не забудьте захватить с собой фонарики. Если вам уже надоел однообразный зимний пейзаж и хочется чего-то яркого, то самое время посетить музей. К тому же сейчас в Краеведческом музее новые выставки. Поклонникам красивых фотографий Людмилы Гурченко рекомендую посетить выставку «Аплодисменты». На ней представлены последние фотосессии Людмилы Гурченко, выполненные фотографом Асланом Ахмадовым. Для тех же, кто увлекается историей родного края, интересна будет другая выставка под названием «Бесценные дары свидетели времен». На ней вы сможете увидеть предметы из фарфора, трактирные самовары, редкий церковный колокол, имские колокольчики, отлитые в Саратове, весы и гири 18 века, а также материалы о последнем саратовском губернаторе Тверском и подлинные дневники научных наблюдений Вавилова. А если заглянете еще на одну выставку «Искусство сохранять историю», то сможете рассмотреть сабли, шашки, мушкетоны, веера, кокошники, иконы, которые получили новую жизнь после реставрации. Поэтому выбирайте выставку по душе, а уж лучше сразу посетите все 3 и отправляйтесь в музей краеведения на Лермонтова 34 культурно просвещаться. На сегодня это все. Теперь у вас в руках самые яркие события этих выходных, и вы точно знаете, что с ними делать. Но если вы смотрите афишу не сначала или что-то упустили, то пересмотрите этот выпуск на сайте saratov24.tv. Ну а я же на этом с вами прощаюсь. Отдыхайте правильно, отдыхайте со вкусом, ходите на хорошие мероприятия. И помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Друзья, ну что ж, сразу после рубрики «Афиша», которую представила наша корреспондентка Анастасия Куклева, готова потихонечку подводить итоги сегодняшней программы. Тем более, что остаются буквально считанные секунды. Телефонному голосованию быть, и кто победил? Победил вариант «Да». Вы сортируете бытовой мусор, спрашивали мы у вас, и получили ответ положительный. Это может только нас всех порадовать. Значит, когда-нибудь наша область и в целом наша планета станет чище. Друзья, мы желаем вам отличной пятницы.
пятницы. Пускай сегодня вас окружают только ваши любимые люди. Пускай вас радует этот день. Веселитесь, туситесь, танцуйтесь, радуйтесь этому дню. Увидимся с вами уже на будущей неделе. Не забудьте смотреть все выходные телеканал Саратов 24. Хорошей пятницы, хороших выходных. Сегодня с вами были Сергей Гришнов, Юлия Астахова и вся наша дружная команда «Автопилот», которая не спала всю неделю и сегодня может себе это позволить. В обеде, кстати, и вздремнем. Пользуйтесь нашими лайфхаками, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. До скорого.